Всем привет, у нас сегодня в выпуске Offline Viper. Мы нашли интересную каточку для вас. Еще и против Мипа, еще и с Радиком. Короче, кайфуйте. Всем приятного просмотра. Да, сейчас Мипа, суперметовый Мипа, которого буквально фпшат, и люди как будто не знают, как против Мипа играть, он просто неубиваемый. И этот Viper покажет нам то, что билд через Радик, возможно, все еще работает. Причем будет Радик первой шмоткой, потом Bloodstone, Аганим, который тоже подвыжигает. Ну, в общем-то, прикольные предметы. И будет интересно смотреть. Слушайте, у нас сегодня в выпуске Зитракс, ну, в смысле, герой выпуска. Он к нам не пришел. Вот, но расскажем за Зитракс. Когда-то был топ-1 рангом, потом он что-то начал люто флексить в реале. Вот, и... Как мы до ролика сказали, Dead Inside, но настоящий, да, в реале. Каким он должен быть. Да, вот, классическая зарубана на классическом месте, но здесь оп. Ну, здесь Мипа никуда не уйдет. Оставляют. А Viper любит такие замесы чисто выходить, вот какую-то солодца или хлопать. В целом достаточно сильный герой на первой пачке, потому что замедляет очень сильно. Ну, в смысле, на рунах, да. Но на, у персонажа линии, куча минусов. Один из самых мерзких героев, наверное, на линии. Да. Так если подумать, кто сейчас в меди на керри. Ну, в целом, какая-то Медуза, ТБ, они лейнят, Сларк играет спокойно. Ну, наверное, и поэтому тоже он не появляется. Дровка может играть Вайпера. Ренджевые герои, которые могут поднавалиться в моменте на Вайпера. Вот. Но в целом Вайпер также любую линию может постоять. Потому что персонаж с огромным количеством дэмэджа. Вот, но его перестали пикать. Потому что, допустим, на позиции мидера, ну, поинтереснее на спиритах катать, которые как-то игру за собой ведут. Вупсинь от Ларла последний раз появлялся. Было так себе. Он Эмбру мид проиграл. Вот. И, может, проблема, конечно, была в Ларле, но он вроде сильный Вайпер. Ну ладно. По поводу Зитракса, сейчас у него топ-3 ранг, видимо, керри ему не дали. Пошел на оффлейн, тестить билд. Как раз ВС Мипаря. И врагов в целом такие контактные герои, будет интересно посмотреть. Вот, собственно, минусы героя. Отсутствие какого-либо контроля. Не очень хочет покупать командные предметы, хотя вроде как в свое время рейтили там какие-то грифсы и пайп на вайпере. Ну, куда интереснее увидеть это на андерлорде, да, на каком-то там бесмастере, на подобных героях. Просто он прям по ощущениям не вписывается в эту концепцию. И плюс. Вайпер хотел бы, наверное, играть почти всегда с милишным каким-то саппортом. Манки Кинг, там Тусич, какой-то Тиник. Но они из меты так изрядно выпали. Почему-то вот вообще не пикают. Продолжают Бонника спамить. Появляется Скаймаг какой-то, Шаду Демон, Дизраптор и Бэтрайдер. Ну, подобные ему персонажи. Мобильность еще очень слабая у героя МС. Маленький, 275. Да, короче, да. Минусов много у этого героя. У персонажа вот был патч, если вдруг помнишь, играли очень жестко 4+1. То есть был какой-то керри, была еще в мете условная спектра. И вот в такие моменты ты пикал вайпера, и ты просто уничтожал свою линию, ты не давал как бы игру самому важному герою, так скажем. Да, когда мета была 4+1. Сейчас же качаются все. Ты очень часто увидишь на 30-й минуте, что Netwars керри не особо отличается от мидера, от оффлейнера. Все фармят и имеют большое количество раскача. Он пока что фармит, конечно, на вупсине не всегда получается удачно крипов добивать, да? Потому что дэмэдж, ну, такой. Обычненький, у него вообще 6 крипов. Слабенький дэмэдж у героя, очень слабенький. Третий левел, брейсбайнд и стик. Ну да. По сравнению с теми же универсалами, с теми же айтами, они под 80 имеют уже. Да, у нас что-то здесь немножко подлагал. Бывает. Хочется себе 2 бенда купить. На армор. На так спит. В принципе, приятненько. Я думаю, знаешь, что вайпера грнуло бы в мету? Если бы он универсалом стал. Ну хотя, да. С другой стороны, герой, который и так сильный на линии, еще сильнее давать линию, но это как-то странновато. Странновато, согласен. Очень. Просто как-то опять герой реворкнуть. Ему же переделывали там Аганимчик. Он в свое время прям очень много играл. Там Аганим крозив скин бафал, добавлял новую обилку. Попозже об этом поговорим. Перезайди, Диз. Вот что-то он нас подушить, видимо, решил. Здорово, бойсил. Бывает, ничего бывает. Страшного. Раз в год и Диз лагает. Это правда. Ой, МК тут немножко промазал кнопочкой. Из-за этого вайпер не успевает дойти. Вот вообще на вайпере ты не стараешься как-то сильно передавить. И ресурсы на самом деле на этом герое кончаются. По мне порой проблемы возникают. МК по итогу до Талова пошел, вайпер к нему подбегает и килл делает. Нормально. Немножко пробьет Мипа. А тут самому бы теперь не откиснуть.
Вообще он вывозит. У него 10 стиков еще есть, да, у него нормально все. Стик лотос, все с кайфом. Думаю, в долгу, конечно, против него сложно драться. Вот он почти убил одного мипа, и второму просидел там практически половину хп. Да, вот прикольно, наверное, на таком вайпере играть, когда в команде очень много кнопок станов, всяких разных там инициаций, там кто-то, может быть, на сапах покупает какие-то аурные шмотки. Может быть, с течесом весьма грязючная линия будет. Какие-то плюсы тоже у него есть. Один весьма такой серьезный, наверное, минус вайпера, то, что на него просто шмоток нет. Он выглядит отвратительно. Без артефактов. Какую-нибудь бы аркану завезли. Да, это правда. Кстати, о шмотках. Пока еще не очень понятно, каким именно будет новый Battle Pass от Valve и будет ли он вообще. Однако эпики уже позаботились об этом и выпустили свой боевой пропуск, который прямо сейчас по ссылке в закрепе можно получить бесплатно, а не за 300 рублей. Выполни 15 простых заданий и получи случайную аркану, а за полное прохождение всех 60 уровней гарантированный ДК хук. Ну и куда без старых добрых кастомок. Участвуй в рейдах на Рошана вместе со своими тиммейтами и отнимайте у него лут, комбинируя силы стихий, причем хоть каждый час. За победу над Рошей вы получите ценные призы плюс осколки Аегиса, которые можно копить, а затем открывать мега сундуки. Нет, да вы только гляньте на то, какие шмотки дают всего за 35 побед над Рошаном. Ссылочку на эти ништяки я оставляю в закрепленном комментарии, там же будет промо на 15% к пополнению и дополнительную попытку для мини-игры. Забавно так получилось, что мы только в прошлом ролике упоминали, что вайпер вообще выпал и его не видно, и тут мы находим каточку интересную на вайпере. Да, но это не значит, что герой не мустер сейчас, да, эта каточка. Это просто показатель того, что, в принципе, и на вайпере тоже можно катануть, если вот люди играют, вот там, 200-й ранги у противника. 200, 800, 400, то есть, ну, нормальные ПТСы. Там около 9-10 тысяч средний рейтинг. Если на этом рейтинге вайпер может играть, то почему бы он не мог играть там на рейтингах пониже? Там вообще, я думаю, своя дота. Мету не всегда фолловят. Интересно, с какого рейтинга начинают люди уже осознанно играть в доту с той позиции, что я вот хочу апнуть рейтинг, я буду пикать только сильных героев. Как ты думаешь? Да так и в целом, кстати, не все делают. Даже те, кто рейтинг себе апает. Ну, да. Я думаю, вот тысяч пять ты уже 4-5 тысяч апнул, наверное, думаешь, что ну вот все, я хочу прям полноценно уделить этой игре побольше времени и буду фармить ПТСы на сильных героях. А вырок кто-то просто любит вкус победы и... Ой, тычку. Не, нормально тычку дал. Я бы не дал эту тычку и не закайсил бы. Когда бы он прочувствовал. Как же он чувствует. Качается, смотри, заметь, скиллпоинты вообще оставляют. То есть у него такой раскач, он два скиллпоинта оставил. Возможно, в моменте просто возьмет себе второй скилл и начнет люто фармить с ним. Хотя, по ощущениям, первый, там, ну, хотя бы в три нужен. Ну, увидим, увидим. ПТ в кикбай, пока что думает, пока что фармит. В целом, враги против него уже стоять линию не могут, к сожалению, для них. Мипа просто пошел лес фармить, он к крипам не подходил после определенного времени. И для него выгодно лесочек пылесосить. А Бэтрайдер ушел убивать мид. То есть, несмотря на то, что вайпер фрифармит, тиммейты нашли, что делать по карте, убили Скаймага. В миде убили Тинкера в миде. То есть, большой вайпер это, конечно, хорошо, но будет большой эмбер. И не самый большой, возможно, тинкер, где там сам себе девардит. МК должен ретироваться с этой линии и при этом оставить телепорт, чтобы помочь, если что, вайперу, которого могут втроем спокойно задавить. Против вайпера можно начинать втроем. Спокойно. Хорошо, тут батика наказали, молодцы, дефают территорию. А вайпер просто скачается. Скачал скиллы. Решил. Взял первую в троечку и в единичку второй. Ну, то есть вообще без приколов. Самый обычный раскач. То, как и должно быть на вайпере. Какой-то бы интересный геймплей придумать бы на вайпере хотелось. О, ты нашли гейнза. Ну, очень больно, конечно. Очень больно. Вайпера еще, знаешь, вот по ощущениям нет кнопок сильных после определенной стадии, но объективно слабые кнопки. Если не учитывать вот именно покупку предметов, которые как-то усиливают его, его билд, его там раскач. Что за кнопки? Замедление, что-то отключение пассивок. Ну, далеко не в каждой игре это работает, просто какой-то периодический урон. Вспомнить, допустим, просто примерно Axe, Underlord, герой, который там
тимфайта дают, процентажные дэмэдж, замедление, телепорты по всей карте, рору без мастера, скаут-мапы, то есть глобально просто хорошие кнопки. Вайпер это такой чисто персонаж, по соло цели поработать, и не факт, что потом хватит урона, то есть он полностью зависит от ваших предметов. Чтобы у вас было много предметов, должно быть много кача, а чтобы было много кача, должно быть... Соответственно, все хорошо со стадии лейдинга на этом персонаже. Ну, если хорошо, Вайпер линию проиграл... У Вайпера хотя бы есть стабилка, которая может ему там в крайнем случае помочь качать для сати же. Хотя бы так. Ну да. Что, если бы у него и ее не было, то этого, не знаю, вообще. Героя вообще, наверное, не пикали. Крип. Хорошо прилетел тут. Не брезгует коннектиться, команде помог тут. Сделали халявнейший даблкил, и он сейчас улетит. Его еще и ботлом поили. Норм. То есть, каков план? Вы не стараетесь продавить вышку как можно быстрее, потому что у вашего героя таких опций просто нет. Вы фармите. Вы фармите, фармите, фармите. Ну, типа, если тавр падает, то хорошо, конечно же. Ну, причем, да, он всегда линию к себе оттягивал до того момента, пока тиммейты сюда не стянулись, только когда он начал линию пушить. А так он максимально у своей вышки держал линию. Да, если Вайпер один находится под вражеским тавром, то что мешает врагам в моменте просто втроем прийти и СМИ поубить? 1000 хп герой очень легко убиваемый. И что немаловажно, когда Вайпер самый сильный герой на карте, а это там с 5 уровня. Блин, бывает. Ничего, ему слишком больно. Там по 80 просто отрывает. По итогу ему нужно подсвалить сейчас отсюда. Так вот, когда Вайпер самый сильный герой на карте, 5 уровень. Что его, ну, по-хорошему ему не оставлять соло. Потому что в него могут побежать. Слушай, так он может мипу сейчас затрейдить. Очень много дэмэджа, он параллельно еще бьет клинза. Килл достался, ему замепля, нормально. Встает, его вообще все устраивает. Каждый раз так трейдится, если умираешь, то почему бы и нет. Так вот, не оставляйте вайпера соло, потому что его будут наказывать, и просите тиммейтов по 2 сыграть. Если же в боте какой-то актив, да, если вы чувствуете, что вас могут убить. Радик, первая шмотка. Если не радик, то скорее всего ПТ Лэнс, пика, что-нибудь такое можно купить, да, то есть бьющий вайпер. От руки, мобильный в целом какой-то. Вот, ну радик это так, если прям хорошая игра, если понимаете, что вам дают, это никак на темп не повлияет. Ой, только бы не сдохнуть после тэпки. Ну, а было бы неприятно. Нормально. Живет. Все равно на базу идти нужно будет. Может, Тингер как-то отпоет ботлом и фласку еще привезет? Ему, конечно, наверное, не очень хочется этим заниматься. Ну, вообще, Тингер мог бы. Там на свой кач играет, ну ладно. Мипарь через классический билд через Атос идет сейчас уже. Мы, кстати, такого мипаря еще не записывали, но сейчас вроде как все так играют через Атос на мипа. Если вайп есть, то вам посмотреть за такими мипа, то почему бы нет, запишем. Качнул кам, взял хорошую нейтралку на плюс 18 дэмэджа. В целом тут нейтралки для вайпера все хороши. От манорегена до просто так спида и статов. Что конкретно брать, да что по кайфу. Таблер стой можно взять, чтобы помобильнее быть, и маны было побольше. Так, ну коррозив скин взял в двойку. Наверное, нужно потихонечку переходить к обсуждению Аганима. Во-первых, коррозив скин у него, ну, наверное, нужно сказать по скиллам сперва, да, чтобы понимать вообще, что да как и да почему. Он на вайпере сейчас оценивает, куда ему тпшить. В боте куча кача, тут стак плюс линия, он сюда улетает, а не на топ. Потому что тиммейты в топе и так справляются. По обилкам. Первый скилл, максимум 5 стаков можете настакать, и, соответственно, у вас просто будет много урона, чем больше стаков, тем больше дэмэджа. Логично. На первых левелах, вот, например, на первом, там, на втором уровне, сильно не тратьте ману, потому что скилл на первом левеле не такой жесткий. Да, его лучше подождать третий, и вот с третьего начать полноценно переагрессировать. Замедляйте передвижение, при этом сопротивление к магии снижаете до 10, ну, на 10%, получается. Это тоже очень важно, то есть у вас в сумме будет больше мэджика под вашим первым скиллом. Второй скилл Незертоксин, кидаете лужу, под этой лужей враги выжигаются. Есть минимальный урон, есть максимальный урон. То есть чем больше 4 секунды чел стоит в этой луже, либо крип, и урон становится, соответственно, максимальным. И вы включаете этим скиллом пассивку, просто много-много урона. Вот. По поводу третьего скилла. Самая сильная, наверное, этой способности, то что пассивки включает. Против многих героев очень круто работает. Ну, раньше Вайбер только поэтому и пикался. Потому что Брислбеки какие-то, да, были вместе. Брислбеки вообще хорош был. Да, и коррозив скин, пассивка, которая дает вам резист магии, то есть вы становитесь плотнее к мэджику какому-то. При этом вас бьют, и вы отравляете героя. Тут, кстати говоря, Клинкс пошел скаутить, но хороший синтряк стоит. Вообще на Боннике
Так, бежать немножко странновато, но они толпой хотели прийти, но Боник немножко поторопился. Боник, конечно, сильный герой, но вот конкретно против Вайпера выходить один на один, затея, конечно, что-то не очень. А он и не хотел, он просто мапу мониторил. Думал, что сейчас подсвечу кого-то, батик подлетит, там Макс, видимо, а Макса до сих пор нет длинка. Ну ладно, какой-то план у него был, в общем-то. По пассивке еще. Плотность, вы, когда вас бьют, замедляете атаку врагам немножко, там, на 32 на последнем уровне, и урон в секунду тоже 32. А вот, и ультимейт, кстати, ульта кастуется в БКБ и замедляет и дамажит, по-моему, сквозь БКБ. То есть можно кастовать чела, который с БКБшкой. Хорошо, тут на этом вообще уже несколько киллов сделали. Эмбер не прочитал тот мув. Вайпер просто отходит, пофармил крипов, подходит. Возвращаясь к ульте, там дэмэдж, замедление передвижения до 80% на последнем уровне, замедляете атаку при этом еще ультой. То есть, когда Вайпер получает 6-й левел, там чуть ли не один, ну, не, почти никто не сможет с ним один-один там пвпшиться, потому что просто космический урон, космическое замедление и просто замедление герои атаки бить не могут, да, из-за снижения скорости атаки. В целом, вам все это знать не нужно, вы на Вайпере что делаете? Просто у вас есть кнопки, вы их жмете. Каждая из которых там может подзамедлить как-то. Вот с Агони он становится поинтереснее, потому что у вас появляется, во-первых, прогрейженный corrosive skin, ваша пассивка. Урон замедления атаки в два раза сильнее для врагов в радиусе 500 вокруг владельца. То есть если у челов милишники, мипа какие-то, то вы замедляете атаку уже на 64, уже приятненько. Это помимо ультимейта. И при этом урон 64 в секунду становится. И появляется новая способность, nose dive. Герой прыгает на землю, накладывает бессилие на врагов, а бессилие в радиусе 500. Бессилие, чтобы вы понимали, это дизарм. То есть бить не могут оппоненты. Вот, на 4 секунды. И применяет на всех в радиусе 1200 эффект вашей пассивки. То есть оппоненты становятся там, с уменьшенным attack speed'ом, получают постоянный урон. Вот, и это прям хорошо работает. Раньше был баг со Сларком. Вайпер в моменте, когда появлялся в оффлайне через Эгоним, он был контрпиком Сларка. Не знаю, сейчас это работает так, но, наверное, работает. Если у Вайпера Эгоним, и Старк под ним жмет Dark Pact, то он себя Dark Pact'ом, ну, чуть ли не фулл хп себя убивает. А, я помню, да, эту штуку. Наверное, уже пофиксили эту штуку, я не знаю. Это вообще... Ну, а к концу ролика, если не забуду, потащу. Странная механика работы. Кстати, реально типа... интересно, вот работает до сих пор. Слаг нет, появляется тоже. А, я понял, почему это работает. Сейчас объясню. Тут сейчас будет файт, скорее всего. Пока раз посмотрим, как Вайпер с Радиком. Мэнки Кинг. Уже не первый раз палкой промахивается. Да, он, по-моему, не попадал еще. Шмипа хорошо как-то заджукился, вышел на скорости. Вот, по поводу Сларка, как это работает вообще? Сларк первым скиллом, Dark Pact там скидывает все обилки с себя. И получается так, что он на Сларке, нажимая Dark Pact, примерно там 8 раз в секунду дамажит Dark Pact там оппонента. И, соответственно, он дамажит Вайпера, получает 60 урона. И тут же скидывает как бы этот эффект и снова, получается, дамажит себя. И это происходит 8 раз. То есть из-за того, что Сларк диспелит, накладывает, это обновляется, и поэтому так много дэмэджа. Короче, он просто много Dark Pact'ов по себе получает. Ну, типа того, да, да. Вот эти тики его пробивают. О! Акс на хвосте просто забегает, но тут же Сайленс поймал, и очень больно ему. Да вообще. Костя на первый скилл. Да, бустит Радик еще. Тревела еще себе купил, закрыв минус Вайпера на мобильность. Все равно он крип. Все равно он крип. 1300 хп, его можно убить, если по нему фокус да, дать, если легко, он будет... конечно. В диспозиции. Наган хп, в принципе, давает монопула какого-то. Еще помню время, когда у Вайпера Незертоксин перезаряжался до 7 секунд. Вот это было приятненько, прям можно было раскачку очень сумасшедшую устраивать. Если ты промакшивал этот скилл, и у тебя было там... Ну, в принципе, такой Вайпер, он был и суперметровый, помнишь? В лес уходил, там подстакивал, тот же Радик себе фармил. Вот, и то, собственно, из-за этого Радик порой покупали, потому что выкачивали второй скилл и с ним качались. Величайшим образом. Добирают тут бутрайдера, Вайпер просто фармит. Говорит, мне все равно. Мог бы себе какой-то форсик купить. Я вам покажу настоящий кач. О. И его хлопнут. Он, да. Это... Сыграл, конечно, он не, вообще нехорошо. Радик отключил. Лотус не нажал. Бывает.
Мне просто обмискликнул, скорее всего, вместо лотуса по радику. Ты только Боника не добил. Бывает. Ну вот, легко его убивать. Если выходит. Такой крепочек герой. Ничего. Сейчас он накупит себе предметов. Чё? Что? Я что-то упустил момент, а он в курьера Радик положился. Курьера? Смотрю просто... Да-да-да, ну только что в курьере был у него Радик. Смотрю, в артефактах Радика нет, думаю, ничего. Поплава произошла. ТП-шит бот немножко опасно, но тут Сапик сразу же за ним фоловит. Знаешь, такой вайпер улын. Ну пойдет каточка, пойдет. Не пойдет, хотя бы по тэчу билд. Талант игнорирует. Сразу же ультанул в Эмбер, Эмбру сейчас будет очень неприятно, но его залососили на Зитраксе. Ай-яй, Бладмейл, как же неприятно, Акс просто распиливает. Было плюс-минус очевидно, что враги под ботом. Они решили принять драку без вайда, хроносфера вайда была. И ему подходит. А это что надо сделать на вайпере? Просто купить себе опс. ТП-шнуть в топ, отпушивать линию и фармить глубокий верхний лес и кайфовать до тех шмоток, пока там тебя будет прям сложно убить. Вот надо так сделать. Психануть и просто качаться. Иногда как бы верхний-нижний лес под Т2 вышкой в топе фармить. Просто раскачку устроить. Без приколов. Ну, у него хоть тинкера чуть-чуть осталось. В целом Тинкер сейчас уже начнет в игру полноценно включаться, сейчас шил купит. Тинкер топ и фармил. Ой, там на Войда нападают, но им не хватает урона. Эмбер бежит. Так, все, у него давай, уже почти аганим есть. Качает. Найс. Мипа не ударит в каточке. Но он на самом деле на Мипа играть вообще не сможет. Ему уже нелегко, в целом. Ну да. Да и Тингер в целом вроде как хороший вес Мипа. Интересно вообще, что Мипа так заиграл? Билд нашли? Либо его перебафали много патчей? Наверное, и то, и то. Плюс мета как-то подходит под Мипа, судя по всему. Ну, учитывая то, что все через Атос играют, наверное, билд реально хорош. Ну да. Мипа там не универсал. Ну ладно. Там было бы слишком много статов. Там ему добавили шард хороший, аганим вот этот, и он прям неуязвимый на Мипа. Очень долгое время. Ты на вайпере бить не даешь ему, но как бы и не доможешь, наверное, какое-то время. Все, ган готов. Появилась обилка. Ну посмотрим. Может, дайте нам файт, дайте фармить. Нам смог, дайте 5 на 5. Теперь у него получается источники урона. Урон от руки по 200, урон от первого скилла плюс снижение резиста, лужица, которая селится, накладывание ноздайва, эффекта коррозив скин, ульта, радик выжигает. Прям, дайте ему пожить в файте. Какой-то бладстон может уже хочется приобрести. И вампир фанкс, ой-ой-ой, как хорошо. Причем из-за пиливаться будет. Кайф. Да, подсейвы ему еще какой-то минимальный. Взял себе таланты на коррозив скин. Собственно, на 10 уровне и на 15. В принципе, оптимальные таланты. И теперь будет выходить в лайфстил от Бладстона. Ну, под Мипа, если что, его убить невозможно. То есть, если он нажмет второй скилл и шард в Мипаря, то он не умрет под Бладстоном никак. Регенится потихонечку, регенится, у врагов дэмэдж закончился, подвыйти чуть-чуть. Эмбер не успел догореть, Эмбер плотный, 2000 хп у него, манта. Сложновато прогрелся, да, хил, конечно, круто работает на этом герое. Отхиливаешься просто от всего. Хорошая хроносфера от Войда. Немножко фрагеты потеряли позицию, предварительно нападая вайпера. Тут тиммейты уже подразобрались. Такая каточка. То одни, то вторые. Мипарь вообще своими делами занимается. Хочется увидеть ПВП вайпера и Мипаря.
Все, пошел бластончик. Выход. Вот с бластоном уже все, там будет прям машина. Не люблю я на таких героях играть, как Вайпер. Вот смотрю просто, вот он двигается, двигается потихонечку. Очень зависим от того, как файт сложится, как враги будут кнопкой нажимать, как будут нажимать кнопки тиммейта, сколько у вас стана в целом. Такой очень, знаешь, плывущий по течению герой, вот я бы так его назвал. Да, на него смотришь, как будто ему впадло даже по карте передвигаться. Да, он бы прилег где-то, да полежал бы. Настолько медленный герой. Потом еще с тревелами. 365 МС у героя с тревелами. Смешно. Че, он не хочет в драку ТПшнуть? Ну, что-то какие-то флексы. Но, видимо, хрона нет, они просто решили команду задоджить. Эти драки. Один комп лужу, на второй комп прыгнул, третий комп просто от руки пофармил с радиком. Вот, уже надо ТПшить. Вот, его выход. У него, правда, лужи нет. Но без арм. Есть способность гонимная. Ребят, вы куда ты лососишь, дружочек? И этого, и того просто. И эмбера можно поковырять. Линкс догорел. Надо овердоз дождаться. Кнопка КД. Регенится по жесткачу. Блин, не хватило. Эгис выбили. Вот была бы у него кнопка, вот эта вот ноуздоз. Как она там? Гонимная. Да, он бы наложил бы дизар на мипа и же по жесткачу зарегенился бы с него. Не хватает бладстона еще какого-то. Рано еще, вы с мипа... Ну ладно, на самом деле 1-1, но мипа убьет без шансов. Просто тут много героев было, там эмбер ДПС дал, немножко бетрайдер, немножко боник. Под саларом закликали. Армора еще не хватает у персонажа, что немаловажно. Да, он накладывает дизар, но КД у кнопки достаточно большой, 20 секунд. И промежуток слабости присутствует. Но еще неза токсина у него в начале драки не было, когда он ТП-шел файт. Мипа пассивку отключать, чтобы тот не крал хп рансеком. С Шивой вообще будет кайф. Но вопрос в том, что артефактов много нужно, и они... Их еще фармить нужно. Ну у него такой, знаешь, прям базированный билд. Просто купил предметы, мечта любого игрока, вот именно так поиграть. Бладстоун, Аганим, Радик и Шива. Есть все. А потом красный, блин, докупить. Чтобы быть мобильнее. Ну, шардик ему дает. Шардик все так же, да? С каждым эффектом Poison атака минус арморит. И применяется на постройке. Урон по постройкам 40%. Теперь скилл на вышке работает и минус армор. Плюс бонус к максимуму эффектов 3. Раньше, по-моему, 2 было. Ну так, нормально. В целом, как бы, Вайпер хочет покупать шар, когда, допустим, пушить нужно. Ну и усиливает каким-то образом ваш первый скилл тоже. Нормально. Блин, только Ингза так много на карте. Жесть. И каждый раз он умирает. Но зато после этого трейды хорошие. Не добивают тут войды, значит, матриксы. Хватит урона, да, есть сайленс, но там маты, эндер в итоге улетает просто. Забрали хотя бы акции, нормально. Сойдет. Там лассо по скаймагу, видимо соло килл. Мипа подошел. Под стаку ланшей важно стаки делать. Пиликает на то, что был сон. Чуть-чуть по золоту, ребят. Подождите, и нейтралка. Какая-то плотность нужна, выживаемость, что-то вот из этого. Паладин Сворд, супер. То есть это апгрейженная версия в Empire Funks. Регенерится все так же с обилок. А, кстати говоря, бустится еще общий вампиризм на 8%. То есть Бладстон тоже скелится от Паладин Сворда. Ну, он просто хорош. Идеально. Слишком хорош. Да. Максималочка. Все, Бладстон есть. Теперь Вайпера нужно как-то убивать за стан. Потому что если ты его не убьешь за стан, то он не умрет никогда в жизни. Как раз вовремя драка завязывается. Как Вайпера. Куда вы, ребят, все. Вот не по доту. Хороший герой. Какой же он плотный. Герой убили. Вовремя подлетел на Вайпере. Теперь можно и на вышках зафронтлайнить. На таком бупсине. Макс себе БКБ взял аж.
Ну да, Накси нужно МКБ. Статистика боя какая-то неправильная. Что это, ми по 10 тысяч урона? Это что такое? Это когда? Это где? Может, он Войда дамажил, а тот все время откидывал урон? Или он дамажил и Вайпера, и Войда, и Вайпер регенился, а Войд откидывал дэмэдж? Не знаю, вроде либо этот файт быть... прошел буквально секунду-две. Мне кажется, нереально было. Это может быть с прошлого стата, не знаю. Очень странно как-то. Может. Может быть. Ого. Красиво получилось палочку задожить. Момент, конечно, случайный, но было красиво. Сейчас на ничах может ману себе зарегенить, нажав Bloodstone. Bloodstone что вам дает? Манреген в файте и хп реген. При нажатии, при нанесении магического урона. Он тут даже ничего не нажимал, просто от радика зарегенился. Прикольно. Там за хрона убили Эмбра. Вайпера тут нет. Что, побежит? Мне кажется, он сейчас побежит 1x4, 1x3 драться. Дерись, говорит, воет. Я иду. Надо было ультануть. Не тратит ультимейт, вот дался. Под сайленсом мипа разложиться не может. Хорошо. Он батька просто проигнорировали поважнее героев. Зафокусили. Ощущение, что его уже убить на вайпере нереально вообще. Что там по 20 уровню? Замедление и урон от поздней атаки, либо ульта. Ну тут такие таланты. Вайпер страйк по итогу взял дэмэдж. 84 сотки урона магического от ульты. Ой, прикольный раньше вайпер был через аганим, который бустил харчок рейндж и кд, по-моему. И урон. Нет, урон не бустил. Рейнджа КД. Километра пулял. Огненную обилку. И КД было секунд там 10-12. Даже прикольно было. Это Эриал Аганим, помню я это. Ну да, такой какой-то билд был. Дропает стик, Шива практически готова. Решил, что плейтмейла хватит и Кайо Сэндж себе доберет. Ну, тоже нормально, мне нравится. Че тут... Раз уж такой билд, доп урон, буст вампирика, плотность, статус резист, все как надо. Бегите, ну, хорошее глупцы. Замедление какое. Но батька отсюда уже никуда не уйдет. Эмберт тоже, встретили его хорошо. Кайус Эйндж нафармил. Ну все, пора ломать домики. Оставьте кач на Каю. Найс. Ну, хайповый билд. Да. Хайповый. Решил его добрать. Ну, единственное, что все-таки я бы, наверное, блинк бы купил. Я бы что-то задоджил бы, либо Каю Сэндж, либо Шиву. Потому что порой не хватает. Вот он в тот файт, когда тинкера убивали, он так долго шел к этому войду. Согласен, блинк нужен. Песа, просто вот ты, он просто ползу сделал, откопает вот. Там уже и файт закончился. Пока он шел. Сейчас был бы блинк. Можно было бы быстрее все это делать. На мапе, вот просто в его тиме. Скаймак, который быстро бегает. Есть Войд, который на прыжках. Тинкер, очевидно, быстро перемещаясь, играем. Ка по веткам дрыгается. И тут ты вайпер. Реалии доты. Пацаны, подождите. Да, не убивайте. Всех. Тот самый друг из детства. Пацаны, подождите. Ну все. Тут, по-моему, уже GG. Вайпера действительно уже невозможно убить. Вот. Что? Крис попытался побить вайпера. А ноль урона. Кайфово. Алекс запрыгивает Алекс под БКБшкой. Сразу пошел Бастон ультимейт от Вайпера.
Вайпера просто бьют две вышки плюс клинцы, и он вообще урона практически не получает. Урона неудачная, конечно, получилось. О, у него хотя бьет. Блин, у него бил хд, кстати, да, проблема. Ну, лужа лежит. Офигеть, 5 мипа плюс клинкс бьют. И он живет. И это еще без обилы. Он уже зайдет. Ну да, это уже без шансов. Офигеть. Ну да, с такими шмотками, конечно, вайпер очень себя. Есть Бладмейл, хороший взрыв Атакса, есть лужа, ее просто в вайпере гинется, его не убить. Посмотрите на этот реген, это просто жесть какая-то. 1-4 сейчас стоит, если что. Офигеть. Машина. Эх, сейчас бы мобильности какой-нибудь. Может, прыгнул в него? Ну-ка. Ребят, давайте. Я хочу на это посмотреть. Сделал вид, что он... А я не помню, он сейчас видел или нет? Не знаю, нет, наверное. Сентрей нет, там мы просто на демке видим. Там вражеская сентря стояла. Ну, они просто задушили его. Решили четвером не нападать в одного героя. Это, конечно, кринж. Его нужно убивать так, чтобы он не нажал второй, не нажал овердоз, не нажал ульту. Короче, стан нужен чтобы... какой-то длительный. Вот, попытка. О, вот, все телпой нападают на вайпера. Просто все. О, хорошо, но мипа сделал. Ты видел? Он создал одного мипа, чтобы он на вайпере не регенился всех. Но кому не пофиг, да? Сайлент. Я был сначала закончился. Паш, ну, уже Тинкер помог, да. Ну, как же... Мне очень интересно посмотреть, сколько урона впитал вайпер в этой игре. Нормально, я думаю. Все они пытаются. Вообще... Не, будь у него Шива, я думаю, он бы и без Тинкера справился. Ну, вообще, лассо надо было какое-то жать, чё лассо не нажал, чтобы он на вайпере кнопки не кликнул. Ну, Шиву возьми уже. Уже пора. Кура полетела. Но я все равно урон. 11 тысяч. Но впитанного, мне кажется, там еще больше. Ну да, да. Аганим съедается, вторые травла добираются. Вместо Аганима какой-то красный блинк, либо хекс можно себе взять. Что еще? Кроме этих айтемов. И что-то еще, что бустит его билд. Просто Тараску можно купить. На кайфе, чё. Или Виндвейкер, чтобы в момент слабости подвыйти, пока спала КД. И МСа добавит тебе немножко мобилизм. Очень крутая штука, реально. Ты просто жестко захиливался, у тебя кнопки закончились, тебе там нужно какое-то количество секунд переждать. Его просто жмешь, и ты снова можешь регениться. Да. Вот такой вот вайпер. Ну, понятное дело, что не имба. Понятно, что на шмотках, как бы, на таких... Он может играть. Но показали вам интересную Котеллу. В целом. Можете повторить, а можете не повторять такое. Прикольно. А мне кажется, в пати вообще кайфово будет, знаешь, с кем-нибудь. Подстакать ему. Да-да-да, вот какой будет стаков там нормально делать по карте. Какой-нибудь герой, который может сразу несколько кемпов стакать. Можно прямо вайпера разогнать очень сильно рано. Просто бегать по карте, никого не чувствовать. Давай посмотрим именно на финальную статистику. Что у нас там? Что у нас там? Полученный урон 74 тысячи. Слушай, я думал даже больше, но там у Мипаря 132 тысячи. Офигеть. Жестко. Нанесён, а я напоминаю вам, ребят, чтобы вы подписывались на канал, стримы, плюс... плюс что? Плюс стримы, плюс контент по Доте. Ну, телегу, на стримы. Подписывайтесь обязательно. Всем и пока. Колокольчик активируйте, чтобы не пропускать уведомления. Всем пока.